Приветствую всех, очередная распаковка. Так. Очень хорошо упаковано что-то. Что здесь? Я не помню. Буду смотреть и удивляться вместе с вами. Но продавец не поленился. Запаковал все как следует. Винтики. Ну, я уже понимаю, что это такое. По винтикам я догадался. И все остальное. Это вот такой вот алюминиевый бокс, который я буду использовать в качестве корпуса для прибора. Для какого прибора? Я покажу в другом видео, когда уже осуществлю сборку. Ну, корпус неплохой. Из этого дела получится. Симпатичный. Я бы, конечно, предпочел серого цвета, чтобы он был. Но, к сожалению, серого цвета таких мелких боксов не нашлось. Цвет предлагается только один. Вот такой вот. Стоила эта коробочка мне, по-моему, $4. Вообще она продается за 5,5, но были скидки у продавца. И вот за $4 я ее купил. Согласен, не дешево, но очень-очень мне нужен был такой бокс, поэтому пришлось взять. На следующей распродаже, которая была после той, на которой я приобрел вот этот вот бокс, я купил еще один такой же, существенно дешевле, по-моему, за $2,5. Второй бокс я купил на всякий случай, когда буду делать корпус для прибора, если где-то ошибусь, где-то сделаю неправильное отверстие, не в том месте или не того диаметра, то у меня будет на всякий случай запасная коробочка вот такая вот. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!